Друзья, 10 июня мы провели первый в Николаеве полезный завтрак с психологом. Это мероприятие уникального формата, где мы вместе с нашими партнерами и гостями разбирали проблемы и тонкости взаимодействия в партнерских отношениях. Ну что ж, результат превзошел даже самые смелые ожидания. Мы получили много теплых отзывов, и я рад пригласить вас на очередное мероприятие «Полезный завтрак с психологом», который состоится 26 августа в 9:30 в Мун-кафе по адресу Московская, 37. Информация о мероприятии и ссылка для регистрации находятся в описании под видео. Добрый день, меня зовут Ольга, я была очень рада и удивлена, что у нас в городе наконец-то начали проводить такие психологические тренинги о взаимоотношениях в семье и как построить эти взаимоотношения в семье. И хотелось бы пожелать, чтобы наш город больше был активен в этом, чтобы люди действительно ходили, учились и, как говорится, как правильно так даже сказать, учились правильно строить, потому что из семьи начинается все наша социальная жизнь. И, пожалуйста, приходите, была очень интересная беседа. И самое, что было, как сказать, интересно, мы все получили подарки. То есть не все просто так, вкусно позавтракали в нашем прекрасном заведении и получили подарки. Спасибо вам большое за организацию такого завтрака. Добрый день, меня зовут Анастасия, и я рада была присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Была, честно сказать, приятно удивлена тем, что в нашем городе наконец-то проходят мероприятия, которые радуют и, более того, приносят пользу. Сегодня мы познакомились с удивительным человеком, с психологом Евгением, который донес до нас очень много полезной информации об отношениях, о личностном развитии. Поэтому хочу сказать ему большое спасибо и пожелать дальнейших успехов. И всем смотрящим это видео тоже всех благ и добра.